Самый обсуждаемый вопрос заседания Курсовета по развитию малого и среднего бизнеса – изменения в системе налогообложения. Напомним, со следующего года ЕНВД в нашей стране отменяется. Предприниматели, которые работали на так называемой вмененке, смогут выбрать иной режим – упрощенку, патент или общую систему. Вопросов на самом деле много, но критиковать или обсуждать мы со своей стороны как бы не можем, потому что это общая федеральная политика нашего государства, нашей федеральной налоговой службы. Мы можем вносить свои предложения по тем или иным вопросам и также отражать мнение предпринимательского сообщества. На основе мнений и предложений бизнесменов планируют создать единое письмо с рекомендациями для руководства области и страны. В целом, как отметили на заседании, малый и средний бизнес в регионе чувствует себя спокойно. Второй год в Тамбовской области реализуется ряд профильных нацпроектов. По всем показателям отмечают положительные результаты.